если бы я была Дед Морозом, я бы всем детям на нашей планете подарила подарки, смех, улыбки. И даже тем детям, которые не могут это себе позволить. Вот если бы я был Дед Морозом, я бы подарил подарки не только детям, а и взрослым. Я бы отменил налоги, чтобы им было хорошо. Про детей бы я тоже не стал забывать. Я бы стал намного строже и дарил подарки только тем, кто делает добро с искренностью и добротой, а не только тем, кто хочет моих подарков. Если бы я была Дедом Морозом, я бы сделала много подарков для всех детей и открыла бесплатное кафе, чтобы все дети питались здоровой едой. Если бы я была Дедом Морозом, я бы подарила детям не только их подарки, которые они заказали, но и снежинки, с помощью которых они могли бы были колдовать магией природы. С помощью этих снежинок они бы смогли поднимать язык животных и стали бы намного добрее. Когда они уже освоят магию с этими снежинками, они могли бы приехать ко мне в гости в Великий Устюг. Там бы я их подучила еще раз управлять этими снежинками и даже стать королем природы. Там бы была моя школа. Все бы получили сертификат, если приехали бы ко мне в гости. А кто останется на целый месяц или на пол, или даже на год, тому я дам благодарственный сертификат, что он научился владеть этой снежинкой. Желаю вам всем отличного Нового года и чтобы все получили свои заказанные подарки.